Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Сегодня 4 ноября 2019 года, и сегодня у нас розыгрыш. Но перед розыгрышем я хочу поздравить всех с праздником иконы Казанской Божьей Матери и с Днем Народного Единства. Здоровья вам и вашим близким, счастья и удачи во всем. Значит, прежде чем провести розыгрыш, я зачитаю, накропала некую информацию. Напомню, условия розыгрыша. Играет только Москва. То есть участвуют только жители Москвы и близлежащих районов. Должна быть оформлена подписка на мой канал. Должен быть оставлен комментарий под роликом о розыгрыше. И обязательно надо было поставить лайк, то есть добавить это видео в понравившееся вам видео. Далее. Для тех, кто выиграет, важная информация. Забирать растения надо в срочном порядке. Я уже говорила, по какой причине. Забрать надо будет до пятницы, 8 ноября, включительно. Растения, которые не заберут, автоматически перейдут на следующий розыгрыш. Вот такие вот условия. Передержки, естественно, никакой не может быть и речи, потому что освобождается место, я уже говорила. За растениями, которые вы выиграли, приезжаем сами, вы приезжаете. В метро я не встречаюсь. Списываться будем в личных сообщениях ВКонтакте. Друзья, не принимаю. Контакты, в смысле переписка у меня открыта. Так что, кто выиграет, пожалуйста, пишите в контакт, в сообщение. Ну и так начнем. У нас, значит, 5 конкурсантов. Сколько, Настенька, у нас комментариев? 89. 89 комментариев и 5 конкурсантов у нас должно быть. Итак, поехали. Я взяла вот такие вот бумажечки, липкие стикеры. Я буду писать на них имя участника и буду наклеивать на выигранную орхидею. Поехали. Пусть вам повезет. Держите кулачки. Так, Елена Семенковская. Лайк 39. Москва, очень хочу поучаствовать. Смотрю все ваши видео. Всегда очень нравится ваш канал. Буду надеяться, что повезет. Так, сейчас Настенька проверяет, как там с подписками у нас. Подписка есть. Подписка есть. Нет подписки. Все закрыто. И подписки нет. Подписка есть. Подписка есть, да, а понравившееся видео мы не можем, да, смотреть. Значит, дальше играем. Людмила Ангелова. Добрый день, Молдова. Молдова не играет. Ермилова Ольга. Здравствуйте, Наталья. Орхидейки просто прелесть. Номер 27. Посмотрим. Ермилова Ольга. Подписка есть. Так, понравившийся. Ищем, ищем. Ищем, ищем. Вот. Это, а нет, это новая нет, это шикарная другая орхидея. Значит, выше надо. Здесь надо смотреть. Я не вижу. Ты видишь? Подожди, а вот там наверху что? Так, мы играли, это получается. Так, нет, что здесь 2 дня, 3 дня. А там еще посмотри, ну, чтобы не было потом как бы разговоров еще. Так обычно смотрят в разное время. А, вот так вот. Да. Так, все, нету. Здесь... Нет лайка. Дальше будем играть. Ну, что делать? Так, Наталья Макаренко. Добрый день, Наталья. Так, подписка есть. Вот, да. Есть. Так, молодец, Наталья. Так, пишу. Наталья, что у нас там как фамилия? Макаренко. Наталья Макаренко. Макаренко. Так, Наталья Макаренко.
Вот посмотрите, я написала стикер. Я вас поздравляю, моя дорогая, вы выигрываете вот эту красивую желтую орхидейку. У нее, кстати, вот цветочек раскрылся, посмотрите, типа бабочки, но ее очень видно ярко. Ну, вот такая вот красивая орхидейка, вот, вот в таком вот горшочке. Вот. Это орхидеечка ваша. Пишите мне ВКонтакте, я наклею стикер Наталья Макаренко. Поздравляем. Жду от вас сообщения. Играем дальше. Следующая у нас орхидейка типа Magic Art. Валентина Кайгородова. Подписки нет, да? Подписки скрыты. Но подписки скрыты. Дальше играем. Елена Муркова. Подписки. Здравствуйте, Наталья. Смотрю вас с удовольствием. Очень нравится ваш канал. Живу в метро Академическое. Отлично. Подписка есть? Нет. Подписки нет. Ну, возможно, она есть, но не скрыта. Они скрыты у вас, да, вот. Я предупреждала. Уже не первый конкурс мы нет, так. Подписки скрыты. Подписки скрыты, вот. Да, компьютер не ошибается. Дальше играем. Азарова Оксана. Воронеж не играет. Жалко. Да, очень жалко. Марина Дзюмина. Подписки скрыты. Анастасия Пахарева. Моя красавица. Наська. Тебе крупно повезло, любимая. Но Настя, она всегда как бы... Она всегда, всегда в первых рядах. Вот, есть, внимание, розыгрыш. Вот. А, Наська, я тебя поздравляю. Вот этот а-ля Magic Art, но он очень классный, Настя, он твой. Моя ты подруженька. Так, пишу, Анастасия Пахарева. Ай, какая красота. Пахарева, так. Настя, ты заметила, что компьютер я у тебя в конкурсах выигрываю, а ты у меня? Ну, компьютер, он, наверное, тоже, наверное, думающий. Хоть и машина, наверное, скажет, девчонки там, обнимашки, целовашки. Вот, Анастасия Пахарева, наклеиваю, Настя, на твой а-ля Magic Art, но он на самом деле, он клёвый. Я себе, кстати, тоже такой оставила. Вот, смотри, какие корнища. А? Класс. Все, это Настя Пахарева. Ура! Так. Далее. Максим Антонов, здравствуйте. Здравствуйте. Подписки скрыты. Татьяна Кукина, подписки скрыты. Ребят, ну я же вас предупреждала, откройте, на сегодня могли открыть. Mm-hmm. Марина Голосова, Ульяна. А вот, кстати, да, мы с вами, Настя, Марин, мы с вами общались, но подожди, Настюш. Я вам пообещала, что когда вы будете на, вы пишете, что на новогодние праздники будем в Москве и сможем забрать. Так вот, я вам обещаю провести розыгрыш на новогодние праздники. И я думаю, что мы что-нибудь придумаем. Во всяком случае, я вас пометила, и мы что-нибудь с вами придумаем. Хорошо? Вы напишите мне в ВКонтакте, в личных сообщениях, сообщений, и мы с вами разберемся уж. Вас я не забуду. Новый год я вам сделаю красивый. Да. Дальше играю. Тем более подписка оформлена, да? О, вот это вот я знаю, Танечку. Танечка счастливая. Мне очень нравится ваш ник. Лайк 108. Учусь, любуюсь, наша Наташа. Огромное спасибо. Подписки-то что, скрытые? Танюш, ну, миленький. Так. Maybe Элис. Лайк. Благодарю за возможность. Так, подписки оформлены. Ой, какой пес классный. Видела, да? Так. Подписка оформлена. Понравившееся видео. Сейчас посмотрим. Угу. Есть? Да. Ой, милая моя, я вас от всего сердца поздравляю. Я напишу maybe. Дальше не буду писать сейчас. Не, напишу целиком. Да, ну напишем целиком. Ой, какой ник красивый. Элис. Ой, мне сразу вспомнилось. Смоки Элис. Так. Милая моя,
Посмотрите, вот бумажечка ваша, а вот эта красота, посмотрите, вы выиграли какую красоту. Сейчас я подниму, вот так, вот смотрите, цветочек тоже к 10 сантиметрам приближается. Посмотрите, какая красота, шикардосная, вот с такими вот суперовскими корнями, вот это ваше. Пишите, моя дорогая, с красивым ником ВКонтакте, в личное сообщение, будем с вами решать вопрос, когда вы приедете за своим растением. Так, растение номер 4. Играем дальше. Сейчас будем 4-е растение разыгрывать. Оля Маслова. О, это я тоже Олечку знаю. Олечка, привет. Я знаю, что у вас подписки оформлены. Очень надеюсь на одну из ваших красавиц. Московская область. Да, с удовольствием. Подписки есть. Тем более, Оля постоянная моя зрительница. Я просто своих зрителей уже, и кто комментирует, я их уже визуально знаю. Сейчас посмотрим. Понравившееся видео. Оля Маслова. Тили-ли-воли-тили-тили. Ой, как много у вас понравившееся. Нет, это уже далеко мы уехали, уже про Ванду. Видишь, понравившееся видео. Ну, она смотрит, может, в разброс. Но здесь уже 2 недели назад. Я же... Смотрим же в разброс. Ну, тут написано 3 недели назад добавлено, видишь? Ну... Так это не добавление, это когда видео было снято. Вот 6 месяцев назад. Да? Ну, посмотри еще пониже. Оля Маслова, она это, такая, она всегда вот как-то участвует, понимаешь? Стоп. А орхидея в темноте. Оля, ну что ж такое, ну, дорогая моя. Ну, мне очень жаль, Оль, очень жаль. Не добавлено в понравившееся видео, лайка нет. Вот вижу несколько своих видео. Да, будем дальше играть. Галина Бурыкина, тоже знакомая, да, подписка оформлена, супер, спасибо большое, Наташенька. А жалко только, что Москва. Я так понимаю, Галя, вы не из Москвы, да. Спасибо вам за то, что вы подписаны на мой канал и смотрите меня. Будет конкурс, я уже говорила, дальше играем, Настя. Совместно с мини-фермер будет играть вся Россия. Марина Клягина, тоже знакомая. Список подписок скрыт. Так что будет скоро конкурс. Город Краснодар. А подождите, Московская область, Красногорск, я так понимаю, да? Подписки скрыты. Красногорск не знаком этот город. Так, далее. Елена Семенковская. Москва. Очень хочу участвовать. Подписка оформлена. Ну вот вам повезло, сейчас посмотрим. Елена, добавлено ли видео? Что такое? Так, что? Понравившееся скрыто. Понравившиеся скрыты. Очень жаль. Очень жаль. Надежда Суханова. Балашиха. Балашиха, виват. Всей Балашихи. Света Гирц. Любимая Наталья Юрьевна. Вам привет от меня, Балашиха. Подписки скрыты. Ой, понравившиеся. Не подписки, да, понравившиеся. Настюш, да. Как... Далее играем. Опять Надежда Суханова. Ну, второй раз почему-то. Ну, может, 2 комментария? Может быть. Татьяна Иванова. Любимая Татьяна из Переславля-Залесского. Боже мой, подожди, Настенька. Что я хочу сказать? Тань, я каждый день тебя вспоминаю. С утра пораньше. Знаешь, почему вспоминаю? Потому что ты каждое утро поздравляешь меня с добрым утром. И вот на самом деле, ну... Настолько позитивный человек, мы познакомились с Татьяной тоже по такому же поводу. А, ну, она мини-марка, по-моему, меня покупала, да, мини-марка. Татьяна, она что-то выиграла еще, да? Я не помню, какой-то момент был. В общем, Татьяна приехала с мужем и с сыном из Переславля-Залесского. Я думаю, в этот раз, Тань, ты тоже приедешь, чтобы мы с тобой хотя бы обнялись. Потому что, ну, мы с тобой по телефону разговариваем и в WhatsApp общаемся. Я тебя очень люблю, дорогая моя. Здоровья тебе, с праздником. Татьяна Переславль-Залесский, милая моя, смотрим понравившееся видео. Понравившееся видео. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты.
Ну и чё? Он про кота вижу видео. Она каждое твое видео лайкает. Ну, лайкает. Каждое. Да, она каждое видео лайкает, значит, она лайкнула. Где-то оно должно быть. На все твои видео смотрит. Моя девочка. Другой розыгрыш вижу. Но этого нет. Ну туда пониже-то посмотри. Ну если она все лайкает, она должна была лайкнуть. Но она же, видишь, она 17, много 18. Смотрит. Ну ты же говоришь, что не обязательно это. Ну вот этот старый розыгрыш, да? Ну где-то должно быть. Таня! Ну нет, думаю, здесь нет уже. Нету? Татьяна, вспомни дни золотые. Настя, проверь еще раз. Я расстроилась на самом деле. Таня, ну мы с тобой тоже. Мы с тобой разберемся по-другому. Запомни номер. Сейчас я тебе скажу. Прям запиши на листочке. 2220. Запиши, пожалуйста, и напомни мне этот номер. И я тебе потом объясню, что это за номер. Все, следующий играет. Жалко. Танюш, обязательно 2220 напиши мне, пожалуйста, в сообщениях. Антонина Рыбалка. Так, подписки скрыты. Скрыты подписки. Наталья Курникова, скрыты. Так, это что? Список скрыт. Марина. Марина Голосова. В городе Ульяновске, в Москве. А, ну это да, уже было, да, уже была. По второму кругу что-то он поехал. Сейчас перегреется. О, Зеленоград. Отлично. Подписка оформлена. Евгения Осколкова. Евгений, сейчас посмотрим мы. Добавили ли вы видео в понравившееся? Поставили ли вы мне лайк? А бывает так, что, знаете, ставят лайк, а потом лайк убирают. Закрытый. Нет плейлистов, закрыты, да. Закрыты. Очень жаль. Причем было написано, что на день розыгрыша подписки должны быть открыты. И указано, что играем со 2 по 4 число. В комментариях посмотрите под тем видео. Так. В описании. Да, в описании. Лара, подписки скрыты. Евгения, снова. Да, опять. Слушай, ну, тоже, да, уже проверяли. По второму кругу уже. О чем по второму кругу? Не хочешь? Выбирает из всех комментариев. Так, вот, Наталья Наумова. Московская область. Попытка не пытка. Подписка оформлена. Есть. Наталья Наумова, сейчас мы посмотрим. Московская область. Как у нас Московская область? Добавляет нас? Лайки нам ставит. Да. Вот. О, ес. Вот ты где, радость моя. Наталья Наумова. Моя красавица. Слушайте, оказывается, Наташ сколько много. А, ну, сейчас-то редкое имя, а вот раньше много называли, да. Только кто Наталья? Я вот Наталья. А вы, да, Наталья. Наталья Наумова. Настя, покажи цветочек. Я пока пишу. Наумова. Поздравляю вас. Вы выиграли вот этот вот замечательный голландский фаленопсис. Шикарный просто. Посмотрите, у него еще все раскрывается, у него еще все впереди. Вот такая вообще бомбическая розетка. И вот такие, смотрите, вот такая вот звезда корней. И там внутри тоже, кстати, корней полно. Так, Наталья, жду сообщений ВКонтакте. Поздравляем! Поздравляю. И последняя у нас орхидейка, вот, то есть пятая конкурсантка, вот такая же, и как была перед этим крупноцвет, но она еще не цветущая, но у нее такие корни, я вам хочу сказать, что позавидуешь на самом деле, реально. Ну, все же с любовью выращено, понимаете? Кормила, кахала, лелеяла и вообще. Так, дальше поехали. Ирина Коновалова.
Да, подписки скрыты. Просто отзыв, она просто так Ну, а писала. отзыв, да, я вижу, да. Так. Ольга Кравченко. Что знакомая, Олечка? Да, Под, кстати, знакомая подписка, фамилия. знакомая фамилия, да, Ольга Кравченко. По комментариям просто. Так, подписка оформлена. Сейчас понравившиеся посмотрим видео. Где тут, внимание, конкурс? Еще листаем. Красивая какая картинка, да? Ну что, нет, да? Нет, Нет, моя не дорогая, идет. очень жаль. Очень жаль. Но в следующем конкурсе, может, повезет. Дальше будем играть. Уже компьютер сейчас перегреется. Он Ольга перегреется. Саркисова. Так, доброе утро, Наталья. Доброе утро, Ольга. Ура, 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 розыгрыш. Спасибо вам за такую красоту. Подписка, Оля, оформлена. Будем смотреть. Поставили ли вы лайк нам с Настенькой, нашему каналу? Ну и видео, конечно. Вот. Есть. Ой, моя красавица, умница. Сейчас я запишу вас. Ольга Саркисова, пятый конкурсант. Саркисова. Так, Олечка, смотрите, моя дорогая, вот я написала, вот бумажечка, и вот посмотрите, какая ваша растюха, смотрите. Сойдите вот сюда, обратите внимание. Это вообще... И обратите внимание, вот здесь пробочка, видите, такая, от шампанского. И вот этот корень вырос, смотрите куда, сейчас я вам покажу. И он прирос к этой пробке. Смотрите, какая масса корней. Фантастиш, просто фантастиш. Das ist schön. Гляньте, что делается вообще. Вот так растут у меня орхидеи в Вамхе спагмос новозеландский. Вот так что, посмотрите, красота. Ничего не гниет, все растет. Так вот, пишите ВКонтакте, жду от вас сообщений. Так, всех конкурсантов я поздравляю, всех победительниц поздравляю. Мы с Настей. Тося тоже. Покажи, Тося. Ну, покажи, Тося. Тося тоже радовалась. На кнопочку не нажмите. Вот, Тося. Трали-вали. Все, ты. Да не Сейчас нажмет. нажмет. Так, все. Я всех поздравляю. Всем добра, мира, крепкого здоровья. Еще раз с праздником. Участвуйте в розыгрышах на нашем канале, выполняйте все условия, и будет вам счастье, и нам будет счастье от того, что мы сделали добро. То есть мы поделились с вами своим добром, частичкой своего добра. До свидания. Всегда с вами Наташа и Настя Боковы. Тося. А, и Тоскана Микирурговна тоже. До свидания.